Всем привет! Сейчас утро. Я сейчас буду пить порошок топинамбур. Для чего он мне нужен? Для того, чтобы лучше было пищеварение, для того, чтобы лучше работал кишечник, чтобы были крепкими кости, чтобы это профилактика сахарного диабета. Вот, это хорошая работа щитовидной железы, поджелудочной железы. Порошок топинамбура вообще очень хорошо влияет на всю работу организма. Абсолютно все. Вот я сейчас возьму такую рюмочку. Вот здесь такой порошочек. Сейчас я его... Вот столечко я беру. Для себя я беру вот столько. Пол чайной ложки. Вот. Я сейчас вот так вот закрою все это. Он вкусный, сладенький. Ну, если кто ел топинамбур, пробовал топинамбур. Вот. Вот, это просто овощной порошок. Его можно давать детям. Вот, можно в кашу добавлять, можно на бутерброд посыпать. Можно по-всякому, по-разному. Как вам удобно. В кисель, в компот, куда угодно. Вот, вот это можно все. Вот, у меня вот так вот получилось. Вот, вот такая вот. Вот немножечко совсем, чтобы буквально пару глоточков. Вот. Я его сейчас разведу. Вот. Тут у меня еще немножечко. Вот. Так вот. Чуть-чуть осталось. Кстати сказать, очень хорошо помогает от вздутия живота. Вот, вот у кого есть там вздутие, газообразование, вот это вот все. Кость таким животом огромным. Вот, кстати, я вот с этой проблемой, когда вот это вот вздутие все время, вот что-то думаешь, что поела, что поела. Вот. Живот вздувается, он прям... Я все пила уголь активированный, ну, чтобы в сути прошло. Вот. Это, скажем, такая лекарственная помощь. Но когда я увидела, что есть порошок топинамбура, вот, я его стала пить, все, и животик весь и упал. Вот, и все. Конечно, почистит. И не один раз почистит. Так что будьте к этому готовы. Вот, но выводит все шлаки, всю гадость выводит. Это такой детокс, легкий детокс. Вот люди говорят, почистится. Вот, предлагают какие-то сложные препараты, какие-то сложные. Вот если вы боитесь, но понимаете, что вам надо почиститься, вот это овощной порошок. А летом, пожалуйста, выращивайте на огородах топинамбур. Там, кстати, и салаты из клубней, и листья можно заваривать. Листья тоже очень хорошие. Чай из листьев очень хорошая профилактика сахарного диабета. Вот. И вкусно, и полезно. Вот, все. Я люблю огород, у меня есть огород, вот, но топинамбур у меня там не растет. Вот я пыталась как-то посадить, но что-то как-то у меня ничего не получилось. Вот, но я предпочитаю все-таки вот это вот. Он недорогой, вот. А, так, еще у меня есть чаты в WhatsApp, в Телеграме. Вот, ссылочки вы на них увидите. Я каждый день туда выкладываю что-то очень интересное о продуктах компании «Сибирское здоровье». Каждый день. Если есть желание, можете туда вступить. Вот, а я с вами прощаюсь. Все, пойду дальше дела делать. Всем пока-пока.